Ну що ж, тут одразу кілька цікавих заяв пролунало. Передусім, звичайно, наша вже така стара тема розмови і наша мрія в певній мірі про те, що російські еліти скинуть нарешті диктатора. Ви чи вірите ви в це досі і що може стати ось цим вирішальним поштовхом для таких дій? Коли у Путіну будуть бачити загрозу для країни? Ну, я не верю в это сейчас. Да, потому что российские правящие элиты, лучше так их называть, потому что на самом деле к элитам я отношу и тех, кто уехал, и очень многие приличные люди, представляющие культуру, образование, они тоже элиты, да, просто, к сожалению, сегодня выдавлены из страны. Ну, вот, а это такие правящие элиты, ближний круг, которые 100% уже задумывался о том, а не стоит ли Путина, в общем-то, разменять на восстановление отношений с Западом, на снятие санкций и так далее. То есть то, что такие разговоры идут, совершенно для меня очевидно. И как раз Патрушев сегодня является, ну, наверное, одной из самых влиятельных фигур в окружении Путина, который 100% рассчитывает на приход к власти после Путина своего сына. Вот. Очевидно, что далеко не все в этом поддерживают Патрушева, потому что Путин всегда балансировал, да, между интересами разных групп вокруг себя. И в случае победы Патрушева, сына Патрушева, ну да, очевидная победа самого Патрушева, и явно, что это значит, какая-то одна группировка победит, все остальные проиграют. Поэтому я уверен, что даже несмотря на очень серьезную роль отца, да, у Дмитрия Патрушева могут быть проблемы, потому что он фигура не самостоятельная, он фигура не публичная. И совершенно очевидно, что он может получить поддержку части силовиков, но вряд ли он станет какой-то желаемой фигурой для представителя бизнес-элиты. То есть в любом случае борьба продолжится, и, конечно же, один из таких кандидатов – это Мишустин, ну, по крайней мере, на данный момент, потому что он премьер-министр, и в случае, если что происходит с Путиным, он просто по должности занимает место исполняющего обязанности президента. Но совершенно очевидно, что пока идет война, да, пока Путин еще не потерпел военного поражения, то есть пока еще не освобождены оккупированные территории, элиты будут выжидать. Да, они будут выжидать, и когда риск действовать, да, против Путина будет ниже риска, чем бездействовать, то, конечно, какая-то попытка дворцового переворота точно произойдет, если Путин самостоятельно не поддержит программу, проект преемника, да, если он будет самостоятельно баллотироваться в 2024 году на эти псевдовыборы, то, конечно, какая-то значительная, я думаю, часть элит, в общем-то, с этим не согласится и в штыки это все воспримет, потому что, ну, после того, как на Мюнхенской конференции Запад, по сути, ультиматум Путину объявил, когда Байден приехал в Киев, вот, я думаю, что и все те, кого Путин собирал для выслушивания послания, увидели неуверенность Путина, увидели, что, в общем-то, когда против вождя, да, сплотился весь Запад, то финал очевиден, просто вопрос времени. Поэтому, конечно, какие-то альтернативные сценарии уже обсуждаются. И, безусловно, сын Патрушева один из кандидатов, который претендует на должность президента после Путина. Но это не самый лучший вариант. Чи зацікавлені російські правлячі еліти, як ви їх називаєте, у захопленні нових територій російською армією, до прикладу, повну окупацію Донбасу українського? Чи їм радше цікавіше, аби це вторгнення вже закінчилося за будь-якого сценарію? Ну, я думаю, що взагалі зараз самі правлячі еліти взагалі не обсуждають ніякі сценарії. Для них головний сценарій – це як вижити в этих условиях, потому что, ну, на мой взгляд, у Путина, по крайней мере, сейчас уже проявился вот этот план, которого он, я думаю, будет придерживаться, поскольку нападения и новые атаки потерпели фиаско, значит, он должен перейти, значит, включить режим обороны, да, зафиксироваться на тех линиях границ, которые удалось оккупировать, вот, и удерживать их максимально долго, потому что, как считает Путин, время работает на него, потому что он может бросать пушечное мясо сколько угодно долго, потому что цена человеческой жизни в России сейчас, ну, значительно ниже, чем в Украине и вообще во всем мире. Совершенно очевидно, в диктатурах она всегда очень невысока. Поэтому у Путина есть в большом количестве это пушечное мясо, и он считает, что
вот он может в топку кинуть там 100, 200, 300 тысяч человек, но лишь бы они удерживали эти границы. Он считает, что таким образом он может просто измором взять Украину, которая долго, как он считает, да, это не я считаю, мне кажется, он так считает, долго не может вести войну затяжную, потому что будут проблемы с экономикой, потому что Запад, как тоже многие в Кремле считают, не сможет слишком долго поддерживать Украину также, да, и военным способом, и финансовым. Вот. Но, на мой взгляд, это тоже заблуждение Путина. И я вот могу сказать, как участник Мюнхенской конференции, что там четко прозвучало, что Запад не только будет поддерживать Украину, но что уже выделены бюджеты на полтора года вперед. Ви знаєте, цікаву думку висловив головний розвідник український. Він на противагу думці, що Путін зацікавлений у довготривалому конфлікті, говорить навпаки, мовляв, Кремль шукає шляхи, аби якомога скоріше закінчити війну, ну і вибити при цьому якомога кращі для себе обставини. Чи допускаєте ви такий сценарій? Я думаю, что Путин себе отрезал просто пути к отступлению, потому что, ну, если бы он не присоединил, да, не оккупировал, правильное слово, не аннексировал новые территории, то всегда можно было бы вывести войска и сказать, ну, мы выполнили с помощью пропаганды, да, мы выполнили все цели, достигли всех целей спецоперации, там, денацифицировали, демилитаризировали Украину, да еще отразили, там, я не знаю, какое-то нападение НАТО, которое готовилось, защитив собственные границы и Крым. Да, до какого-то момента он мог так сделать, но как он объяснит людям, как он объяснит возвращение территорий, которые парламент присоединил, незаконно аннексировал? Он же не может сказать, что все эти решения были приняты незаконно. Он же ведь с помощью пропаганды убеждал людей, что эти территории вернулись, так же, как и Крым, вернулись на свою историческую родину. И этим самым он просто себе, просто сжег все мосты. И я теперь просто не представляю, как может пропаганда обыграть, ну, например, возвращение на границы 23 февраля. Это будет достаточно сложно, в этом и вся проблема, что Путин шел ва-банк, думал, что Запад дрогнет, думал, что Запад не сможет объединиться против него. Но вот сейчас это все произошло, и у него просто нету возможности сегодня, даже пропагандистских возможностей сегодня вернуться на линию 23 февраля. И он просто не сможет это объяснить гражданам, потому что пропаганда на протяжении нескольких там месяцев уже доказывала, да, и рассказывала гражданам о присоединении новых территорий. То есть это серьезная проблема. Поэтому я пока не вижу, как он может вывести войска и закончить войну в краткосрочной перспективе. Скорее всего, он будет воевать до своего конца. Яка була мета появи Путіна на концерті у Лужниках? Звичайно, якщо пропускати всі теорії, там, що Путінів було десятеро є, чи скільки їх, він був дуже жвавим, він потис усім руки дуже активно, ну і виступав небагато, буквально 3 хвилинки, але з'явився на цьому концерті. Для чого? Ну, есть определенный ритуал политический, да, который уже 20 с лишним лет существует в России. Это когда российская пропаганда показывает, что есть власть, которая выполняет, так сказать, требования своих граждан. Поэтому организуются вот такие митинги и концерты, которые должны показать правильную картинку. Картинку, где видно, что народ поддерживает своего вождя. Да, то, что вождь действует в интересах этого народа. Вот, поэтому здесь не нужно было много выступать. Да, 3 минуты или сколько он там, 3,5 минуты выступил, этого достаточно. Дальше пропаганда берет эти кадры, распространяет, показывает вот этих всех за деньги согнанных граждан и выдает их за народную поддержку. И вот в чем смысл этого мероприятия. Да, основное мероприятие, конечно, было накануне, это послание Федеральному собранию. Там как раз, на мой взгляд, он выступал достаточно, хоть и долго, но очень неясно, невыразительно, не сказал ничего существенного. И на самом деле, насколько я знаю, большинство людей, которые там присутствовали, ушли растерянными, потому что они не видят никакого выхода из этой войны.
Хоча після цього ж Путін сам визнав, що його промова, звернення до федеральних зборів було важко слухати. Для чого він це сказав? Ну, тут уже, звичайно, можна роздумувати багато. І ще один конфлікт, за яким ми спостерігаємо, як за серіалом, фактично. Я додам інформації, що новий скандал в тих самих елітах. Цього разу за участі Пригожина і зятя Шойгу. Справа в тому, що останній Олексій Столяров поставив лайк під антивоєнним дописом журналіста Юрія Дудя. А той написав: події, які відбуваються, кривава і безглузда війна, яку розв'язав Путін та його оточення. На те, що такий допис сподобався Столярову, звернули увагу ЗМІ. Зять Шойгу почав усе заперечувати, однак видання Polygon Media з'ясувало, що раніше Столяров лайкнув два інші дописи в інстаграмі Дудя. Один із них під інтерв'ю з головним редактором «Нової газети» Дмитром Муратовим. На позицію Столярова звернув увагу і Євген Пригожин, засновник ПВК Вагнер, і написав от таке наступне: треба спіймати Столярова та привести його до мене. Я його навчу протягом 6 тижнів, допоможу виправитися, відправивши на бойові дії, заявив бізнесмен. Що ви знаєте про цього сина Шойгу? Чи дійсно він такий антивоєнний, яким здається на перший погляд? Ну і в чому тут інтерес Пригожина ось так публічно стирати просто у борог цього сина, очільника Міноборони РФ? Ну, я не могу сказать что-то нового, чего не знают журналисты про зятя, да, получается, зятя министра обороны. Ну, совершенно очевидно, что это просто продолжение внутри элитной борьбы. Конфликт достаточно серьезный между Пригожиным и Шойгу, и вообще руководством Министерства обороны. В принципе, судя по тому, что Пригожин, ну, скажем так, получил серьезное... критику в свой адрес, да, и я думаю, что он очень сильно разозлил российские элиты, даже они убедили Путина, что Пригожин не добавляет ничего полезного на поле боя, вот, но тем не менее Путин все равно, он поощряет подобные конфликты. Если бы Пригожину было сказано, что он должен заткнуться, он бы заткнулся, но раз он продолжает цеплять министра обороны, значит, прямого запрета не было. И это лишь подтверждает вот то, что Путин очень любит разделять собственные элиты и властвовать. Он очень любит ослаблять свое ближайшее окружение, как я уже говорил, по-моему, у вас в эфире, чтобы вокруг Путина не созрела какая-то новая политическая фигура, вокруг которой элиты бы объединились против Путина. И очевидно, что военное руководство, ну, в общем-то, в какой-то момент может выступить и против самого Путина, да, потому что на Путина в какой-то, ну, при определенных обстоятельствах можно было бы списать все поражения. Поэтому Путину выгодно, чтобы был кто-то, типа Пригожина или там Кадырова, кто постоянно бы критиковал Шойгу, кто постоянно бы находил какие-то, ну, действительно серьезные аргументы против министра, потому что когда действительно все воюют, да, когда все, ну, по крайней мере, с точки зрения пропаганды, страна ведет войну, да, а зять министра обороны отдыхает где-то там в Дубае и так далее, на каких-то курортах. Естественно, это раздражает большинство россиян, ну, по крайней мере, которые сегодня следят за событиями. И очевидно, что это, ну, такой достаточно мощный удар по Шойгу, по его окружению. Вот, так что это ослабляет министра. Я думаю, дальше будет какой-то контрудар против Пригожина. Вот, так что, ну, Путину это все нравится, он же доволен. Вокруг все знаете, вокруг все говно, а я Д'Артаньян. Да? Вот Путин такой Д'Артаньян на фоне, извините за непарламентское слово, но вот, собственно говоря, в этом и стратегия удержания власти, когда ты просто поливаешь всех, да, вот этой субстанцией коричневого цвета, а на фоне их выглядишь вот таким молодцом Д'Артаньяном. Чудово. От на такому висновку і завершимо. Пане Дмитре, дякую, що доєдналися. Дмитро Гудков, російсько-опозиційний політик в ефірі «Апостроф ТВ». Ми ж рухаємося далі.